Сегодня в Санкт-Петербурге отмечают второй день рождения города. 70 лет полного снятия блокады. Немцы держали в кольце Ленинград долгие 872 дня. За это время были убиты и умерли от голода больше миллиона человек. Об одной из самых трагических страниц истории Великой Отечественной расскажет наш корреспондент Вениамин Трубачев. Немцы сбрасывали бомбы днем и ночью. Бои шли даже в пределах города, но взять Ленинград они не смогли. Началась длительная блокада, а через несколько месяцев закончились продукты и наступил голод. Мы кошку свою съели. И то соседы попросили, у нас была кошка Мурка. Соседы попросили, он отрезал голову, взял себе за то, что он отрезал, а нам отдал все остальное. И мы, ну мы не знали, мама нам не сказала. И мы грызли эти лапки целый месяц. Погрызем, погрызем и спрячем стол. Погрызем, погрызем и спрячем стол. Только так выжить. Тогда Эльза Красноштан и Маргарита Слепченко были детьми. Они до сих пор с ужасом вспоминают мертвых людей на улицах и такой желанный кусочек хлеба из шелухи, от которого сводило в животе. Когда мама нам давала по кусочку этого хлеба, она не давала нам целый кусочек хлеба. Она нам по кусочку, потому что съесть сразу было нельзя. От него умирали. Потому что мы все истощены были до такой степени, что нельзя. После года в блокаде их маленьких девочек эвакуировали в Украину через замерзшее Ладожское озеро по дороге жизни. С тех пор блокадницы живут в Киеве. И сегодня вместе специально приехали в город на Неве, чтобы почтить память погибших. Тысячи людей несут цветы и венки на Пискаревское кладбище. Фактически, это самая большая в мире братская могила. Здесь покоятся останки полмиллиона убитых и заморенных голодом ленинградцев. Пробыли всю блокаду здесь. Пробыли, в 46-м году выехали отсюда только. Здесь лежит отец, бабушка, дедушка, родители отца. Здесь лежат. Рядом с мемориалом военные в советской форме чеканят шаг. На сотни метров вокруг разносится грохот от гусениц и моторов танков. В грандиозном параде принимает участие не только современная техника, но и старые автомобили времен войны. Несмотря на 20-градусный мороз, трибуны заполнены блокадниками и ветеранами. Сегодня, просто прогулявшись по центральным улочкам города, можно словно на машине времени перенестись в блокадный Ленинград. Здесь устроили интерактивную реконструкцию, пытаясь воссоздать военную атмосферу. Вот, например, старые троллейбусы, обстрелянная телефонная будка, заколоченные окна. Также установили театральные афиши, датированные ноябрем 1943 года. Вопреки голоду и холоду, культурная жизнь в блокадном городе на Неве не умерла. Всю войну музыканты исполняли 7-ю симфонию Шостаковича, ставшую тогда настоящим гимном Ленинграда. Концерты давали регулярно, прерываясь только на время обстрела. Зрители и артисты спускались в бомбоубежище, а после окончания налета продолжали играть. Это давало жизнь городу, это давало жизнь людям и то, что город живет. И приход в театр означало, что они существуют. Это невероятно важно и в психологическом, и в физическом даже плане. Сегодня снова звучит Шостакович. Как и 70 лет назад, зал будет полон. И киевлянки Эльза Красноштан и Маргарита Слепченко обязательно тоже послушают музыку своего детства. Россия – наша прекрасная, любимая родина. А Украина – наш теплый дом. Вениамин Трубачев, Виталий Коваленко. Подробности. Российское бюро телеканала «Интер». Санкт-Петербург.